Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас, как обычно, топовый рынок, 5 пактов. Можно собрать одного, а то и два огнекрыла, как я это сделал для Дмитрия. Так, мы будем сегодня тестировать... Ничего себе, что-то не заходит уже отсюда, странно. Будем сегодня тестировать порочный пакт на... Варлоке. Я ему поставил, уже прокачал. Вот такой вот варлок. Сам по себе пакт увеличивает урон на 150%. То есть он для дамагера вообще просто супер. Но единственное, уменьшает деф ваш на 20%. То есть это тоже немаловажно. Так, ну мы будем не просто так тестить. Я сегодня уже наконец-то смогу собирать по чуть-чуть руны свои и... Я хочу сегодня его потестировать пока на максимально возможной сборке. Это у нас будет сборочка с седьмой грубой силой. То есть я соберу седьмой сетик грубой силы и затестирую его. Посмотрим даже сколько он дает прибавочку. Так, сейчас я рунки быстренько, потому что места уже не хватает, как обычно. Ну, а дальше я буду уже ждать, когда будет воодушевление. Воодушевлений очень много. И, скорее всего, я еще сделаю одну семерку воодушевления на битву гильдий. Так. Четверка, пятерка. Улучшить эмблему. Сколько он? 28 воодушевлений уже. Жесть просто. Так, шестерочка. 120 тысяч кристаллов. Видите, тоже немало. Три рунные эмблемы. Поехали, семерочка готова у нас. Так, снять. Вот у нас была такая. Сейчас мы потестируем пока максималочку и посмотрим. Плюс 5800. Увеличивает атаку на 48%, критически на 0,8. Вот так вот. Что у него по базовым статам получается? Ну, рунами уже собрали плюс 13 тысяч практически. Больше урон, чем его основной базовый. 23 тысячи урон, ребят. 23. Я даже не представляю, плюс у него снаряги еще выпад стоит. И в созвездиях он собранный у нас на урон и крит урон. То есть там сейчас будет вылетать очень прилично. Сейчас я ему поставлю ангела, потому что без ангела, я думаю, он будет очень быстро дохнуть. От всего причем. Давайте в топор поставим, пока он у нас есть. Не знаю, что дальше будет с этой, с этими артами, но, в принципе, думаю, все будет нормально в любом случае. Так, что у нас тут? Дальники. Ну, в принципе, вроде нормально. Посмотрим сейчас, как, если он зарядится, в принципе, должен зарядиться, успеть. Малышник бьет его. Можно будет купидончика также поставить, чтобы его дозаряжал. Но интересно сейчас посмотреть просто на урон. Сколько? Или мне показалось, или там просто вылезло 700 тысяч обычным ударом. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Не знаю сейчас, или мы будем находить таких противников... Так, ну тут у нас стрелок есть. Но мы сейчас его везде затестим. Но это просто жесть. Тут, конечно, все уже с огнекрылами. Жесткие типы. Так, опять он. Ну, давайте. Посмотрим. Какой же все-таки тут урон. Можно было бы ремку поставить, так будет проще, но я хочу просто посмотреть, что у нас сейчас вылетит на максималке. Не знаю, потом на повторе посмотрите, напишите, но это что-то нереально, это без бафа. Так, окей, ставим сюда Купидона. Ставим сюда Хранителя. Ну, тех, которые будут сразу включаться. Так, где там наш хранитель?
с ремкой. Вот есть. Поехали. Сейчас я посливаю этих. Дерево, бигфута. Посливаю. Так, дерево слили. Можно выпускать Фрейю. Я надеюсь, ее они быстро сольют. Да, есть. Ну что, смотрим. Успеет, не успеет. Нет, не успеет, к сожалению, тут. Так, окей, поехали. В общем, мега урон тут, но, как видите, дафа вообще ноль. Так, ищем опять расстановочку. Без стрелка желательно. Так, есть вроде. Отлично. Дозаряжаем купидоном. Плюс хранитель. Замиссовал вот так вот. Нифига не получилось у нас. Блин, и хорошая такая расстановка. А миссанул. Так, что тут у нас стрелок? Против стрелка надо ремка сразу, чтобы он ультовал. И когда он будет сразу бить. Так, вот вроде нормально. Пробуем. Давайте так, варлок. Купидон. И хранителя сейчас закинем. Давай, 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 беги. Ну, 6. Минотавр, кстати, ну он наземный. Блин, ну просто жесть. Не дают затестить нормально. Хочу, блин, увидеть урон, а не получается. Так, ну-ка тут получится уже или нет? Купидон и хранитель. Бум, 600 тысяч. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что очень много. Я бы не сказал. Давайте сейчас, знаете, куда пойдем? В экспедицию. Тут должно быть более-менее нормально. Главное, только не попасть на отражалку. В любом случае, это самое, скажем так... Жесткий он по урону, но, как видите, сливается очень. Так, хранитель с утеканием и варлок. Попробуем ремочный вариант сейчас потестить, ну, просто ради интереса. Так, тут у нас есть стрелок. Ладно, ставим ремку. Так и быть, потестируем пока без этого всего, потому что у нас... Так, вставить. Давайте с рейда начнем. Хотя бы урон посмотрим. Блин, миссает. Причем конкретно миссает. Это при том, что у него 12-й. Он все равно миссает. Ну, 350 тысяч без бафа. Это жестко. $332. Ну, если сравнивать там с другими героями, это очень, очень немаленький урон. Но опять же, 160, ну такое себе. Тут, конечно, он сразу их поминусовал, даже не увидел толком, сколько там у кого урона. Так, давай, Купидон, заряжай. 470 увидел. Ну, вы на повторе уже потом напишите, какие вы видели уроны. Как вам такая сборка? Ну, смотрится, конечно, круто. 400 тысяч. Для обычного удара, не крита, 400 тысяч. Это без бафа. Это немножко перебор, я считаю. Так, а ну-ка тут. Интересно. Ну, такое себе, такое себе. Ладно, идем в экспедицию. Там сейчас посмотрим уже реальный более урон приближенный. Где его использовать? Ну,
я не знаю, честно, он не особо актуальный. На битве гильдии я трешевал с ним, проходил, показывал, а так. 270, ну неплохой урон. Ну-ка еще разок, там конечно Фрейя и Стрелок. 400, офигеть. Неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас я посливаю, пройду эту базу немножко. Напишите в комментах, на ком вы хотите еще увидеть этот талантик. Вы смотрите, как шапка там жестко. Так, ну что? Добьют они, не? Фрейя всех загасит. Да, Фрейя всех загасила. Ладно. Возьмем в бой тяжелую артиллерию. Тут уже, честно говоря, давай, включайся уже наконец-то. Ну, урон, согласитесь, урон очень-очень классный. Так, выбрать героя, старт. Вот, будет интересно. Так, смотрим. 549. Хрена себе. Очень круто. Ну, как-то поменьше. Ну, рандомно, видите, все равно рандомно очень бьет. Но урон... Урон... Крутой. Но я бы, честно говоря, такой талант ему не ставил. Это у меня уже излишки этого таланта. Я уже просто тестирую героя. Но если у вас будет такой, блин, круто смотрится. Сейчас мы поставим обратно ему. Грубую. И посмотрим. Так, экспедиция. Сейчас попробую вместе с хранителем. Думаю, будет поинтереснее с Купидоном. Так, выпускаем Варлока, Купидона и хранителя. Смотрим. Ну, как-то так. Не знаю, такое ощущение, что с бафом он меньше бьет. Так, давайте выпускаем его. Купидон и хранитель. 300. Ну, опять же, убили того же самого Дрейка. Странно. Так, Варлок, давайте. Так, хранитель и Купидон. 700. 700 тысяч крит вижу. Ну, блин. Это экспедиция, ребят. Это экспедиция. Так, Варлок. Хранитель. Купидон. Ну, рандомно дамажит, но очень большой урон. Так, хорошо, ставим ему ремочку. С грубо я его еще потестирую отдельно. Ставим назад ремку и побежали на арене, посмотрим. Поставим его здесь, потестим и еще зайдем. Посмотрим в забытой, соберем пачку вместе с ним. Однозначно, конечно, тут урона, блин. Так, Артем и я, ну давай. Сейчас мы проверим тебя. Бум. Это жестко, конечно, ребят. Это очень жестко. Они сейчас и общит поубиваются. Ну, смотрите, 366. Так, интересно. Да, он даже не отхилился.
что он пока мне бьет 100, 145, 136, 150, 179, 182, вот так вот даже. Это, ребята, это он бьет с руки, чтобы вы понимали себе. Ну, как по мне, очень круто. Действительно, действительно, очень и очень хороший герой. В такой прокачке единственное, он будет, как и любой там бывашный. В принципе, все убиваются, но вот именно этот просто шатает. Плюс у него щит есть его все время практически. Ну, круто смотрится, согласитесь. Добивай. Так, добили. Поехали следующего. А вот давайте. Какой-то есть с Анубиса. Против Анубиса. 61 тысяча. Мало. Тут он с руки убивает его быстрее. Просто ушатал с руки его. Жесть, конечно. Так, ну тут, я думаю, мы быстрее добьем. Да, тут один герой. Так, ну давайте вот этого посмотрим. Вот куча героев. Ведьма. Фига себе он заряжает. Там половина героя уже умерла. Но сейчас главное, чтобы он еще раз ультанул. Не, ну тут его сольет. Да, тут, конечно, поярче героя. Давайте вот этого попробуем. Человек заходит, смотрит. Блин, тут один варлок шатает. Ну, просто сейчас Ронин там себя сам даже убьет, наверное. Анубис ничего не сделает однозначно. Ронин позаряжал, сейчас только появится, сразу же улетит. Вот так вот. Да, ребят, ну не знаю, не знаю, мне он нравится. Конечно, веселый герой, буду его тестировать на битве гильдии однозначно. Вместе с таким же Аренару обзорчик будет попозже чуть-чуть, потому что вы не всегда смотрите обзоры до конца. Так. Если вам часто их пылить, вы их не смотрите практически. Так, ну... Окей, давайте еще этого. Убьемся от него. Так, что тут у нас? Тут у нас 500 тысяч. 500 тысяч по черепу прилетело. Я офигею. Ну, тут, конечно, толпой ушатали. Давайте еще в забытой. Создать команду. Сейчас соберем команду. С усилениями. Так. Давайте так. Хранителя. Седну возьмем сейчас. Берем отсюда седну. Поставим сюда ника. Пусть будет тут ник. Варлок. Хранитель. Я не знаю, правда, кому сильно баф даст, но думаю, она его правильно раздаст. Так, давайте купидончик оставим. И седну. Интересно, как сейчас сработает. Это было жестко. Это было очень жестко, ребят. Просто тупо герои пропали. Да, круто, круто. Собрать полностью всю пачку надо будет потестировать во всех локациях с автопроками. Чиндя, ну давай посмотрим на тебя, что ты сможешь сделать против этой пачки. Ну, я думаю, что ничего. Смотрите, стан был. Все, и все пропали. Все просто пропали. Вот видите, стан все-таки спас еще. Ну а так просто нереально. Просто нереально, ребят, от такой пачки. Да. Хороший талантик, очень хороший. Так, Орион какой-то, давайте тут посмотрим. Думаю, тут будет поярче. Нет, тут, к сожалению,
Ну, шатает с плюшки практически героев. Тут даже ничего не сделает этот Анубис. Они просто его унизили. Видите, ведьма немножко притормаживает из-за того, что атака медленная, 1,5 секунды, по-моему, у нее. Или около того. Так, ну давай. Куб на купа. Так, стрелок. Жесть просто. Просто отстрел. Жесткий расстрел. Не знаю, ну, круто. Очень круто смотрится. Так, ну тут ведьма ушатала их. Отлично. До свидания, Анубис. Тут ты тоже ничего не сделаешь. Так, отлично. Ну и давайте какой-то Роусон. Ух ты. Да нифига. Не, они затащили. Убился. Видите, все-таки убился. Хранитель спас. Ну и опоздание, немножко задержка идет, поэтому, блин, жалко, конечно. В общем, вот так вот, ребят, не знаю, вы уже пишите комменты, как вам такая сборка, кого вы еще хотите увидеть. Следующий будет Ара, думаю, вам тоже понравится, очень интересная сборочка. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, все дела. Короче, вот так вот, вот такие вот у нас таланты и обзорчики. Всем пока.